На 23,5% возросло количество зарегистрированных преступлений по сравнению с 2015 годом. К сожалению, отмечается высокий уровень преступности в регионе. 50,5 тысяч уголовных правонарушений или 186 преступлений на 10 тысяч населения. Это один из худших показателей в стране. В 2016 году эффективность работы оперативных подразделений органов полиции Харьковской области была одна из худших в стране. Раскрыта только пятую часть всех совершенных преступлений.